Всем привет! Вот и начинается мой первый велопоход. Выезжаю из города Саранска. Время 4:50. Холодно, плюс один. Еду в сторону Инзы и так далее. Надеюсь, что все пройдет гладко. И что велосипед и снаряжение меня не подведут. Ну, пожелаю сам себе счастливого пути. Приятного просмотра. Прохладно. Выехал бы 1 градус тепла. И ветер такой, хоть и легкий, но встречный, северо-восточный. А в остальном все замечательно. Погода отличная, природа красивая. Машин мало, дорога хорошая. Что еще нужно? Так, проехал 18 километров. 1 час времени прошло, как выехал. Так, сейчас сфотографируюсь, попью водички и поеду дальше. А вот и Качкурово, один из районных центров Мордовии. Обратите внимание, что знаки и дорожная разметка на этом перекрестке противоречат друг другу. Первая гора, в которую я не смог въехать, устал. Посмотрю на компьютере. Так. Да нет, 4% пишет. Ну что-то, мне кажется, больше, потому что я устал просто, хер знает. Ну, в общем, пешком иду. Машин нет, дорога стала похуже после Качкурова. Асфальт старенький, трещинах есть. Но природа замечательная. Так, ну поднялся я в эту горку. Тяжело удалось. Вот такой вид впереди Качкурова. Роскошный лес. Впереди село Сабаево. Поля, как и много где в Мордовии, да не только в Мордовии, зарастает лесом. На теперь никому не нужны. Ладно, все, едем дальше. Велик. Пока все отлично. Тьфу, 3 раза. Thank you.
деревня Мурань. Грибные мордовские места. Довольно мощный здесь лесной массив. И много грибов. Слева и справа. Ёжика задавили. Так, с велосипедом пока все отлично, слава богу, не подводит, все нормально. Перекладываю периодически некоторые вещи, которые гремят. Я терпеть не могу, когда что-то гремит в машине или на велосипеде, поэтому на это уходит некоторое время. Так, сфотографировались, все. Едем дальше. Проехал уже 3 километра от стелы с надписью Сабаева. А Сабаева так и не видно. Вот крест какой. Большой, железный. Что-то написано. А, Сабаева Сурвели основана в 13-14 веке. Ух ты! Давно. Водоохранная зона. Вот, наконец до Сабаева доехал. Речка Синяш. Посмотрим, что за речка. Речка, 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 речка. О, ничего так. Шустренькая. Ну. Так, тусовка какая-то. Наверное, базарный день сегодня. Сабаева. Пункт Озон есть. Так, мне кажется, здесь мне направо надо поворачивать. Я практически уверен. Так что поедем туда. Все, повернули мы в сторону Мурда-Давыдова, если я не ошибаюсь. Итак, поднялись на горку. Поднялись почти на горку. Асфальт идеально гладкий. Велосипеда практически не слышно. Так, что, надо отправить домой фотографии, сказать, что я жив-здоров. И передохнуть, попить водички. Да, сегодня я, наверное, блин, такими темпами далеко уеду. До Инзы наверняка смогу доехать.
Так, на данный момент я проехал 48 километров. 3 часа в дороге. Ровно 3 часа. Мордовская Давыдова проехали. Теперь русская Давыдова. Их разделяет речка. Речка видна, но названия нет. Так, что, еду по асфальту пока. Потом посмотрю навигатор. Душевное село. Улицы широкие. Дорога замечательная. Собак нет. Но впереди стадо овец идет навстречу. Включусь поближе, когда подъеду. Ах, это ладно. Вот магазин наверняка советский. Классное здание. Так, вот. Прямо Татарский Умыс. Налево Кочелай. Вот нам нужно в Кочелай. Кочевай. Так. Вот. Овечки пасутся. Классный поселок. Очень мне понравился. Ой, испугал. Не бойтесь. Здесь недалеко Сура. Сафари-парк. Ех ты, нифига себе. Хотел проехать к Суре. Сафари-парк. Ладно, едем дальше. Село Кочелай. Километров 10 ехал от русского Давыдова. Ни одна машина меня не обогнала и не встретилась. И дорога гладкая, замечательная. Еще одна улица справа на холме. Вот там вдалеке видно, наверное. Вот там церковь у них. Такая из обычного дома сделана, с куполочком. Там на горе. Вон видно. Ладно. Красивое село. Хорошее. Вот добрый местный житель показал мне дорогу в Соколовку. О, гаишник стоит на дороге. Блин, права не взял. А, он не при исполнении. Так. Едем дальше. Так. Раз. Не шмякнуться бы. Оставил велик здесь. Местный мужик сказал, что здесь грязно. Посмотрите, насколько грязно. Ух ты. Там туннель впереди. А болото-то действительно огромное. Мне там не пройти. Очень жаль. Ишь ты чё. Тут только на тракторе. Вот это да. На. А здесь железная дорога. Пойдем, значит, вокруг, как сказал местный
человек. Так, немного поплутов. Выехал я к железной дороге. Дорога вот такая, однопутная. Куда дальше идти, понятия не имею. Вот поезда ходят. Прямо здесь я вот вышел из леса оттуда. Прямо пересек здесь дорогу, иду вот сюда вот. Сейчас должен выйти на проселок и по нему доехать в Соколовку. Ну вот такая вот дорога между двумя соседними селами, между которыми всего-то километров 10, наверное. Вот внизу деревня Соколовка. Въезжаю в Соколовку. Буду искать магазин. Время 10 часов. Проехал я 61 километр. Время в пути 4 часа 17 минут. Так, что-то я петляю по деревне, а магазина не вижу. Вот такой вот храм здесь. Вот такой магазин. Товары повседневного спроса. Советский. Мощный. А вот это современный, российский, высокотехнологичный наномагазин. Вот это и вот то. Кстати, пропустил я вот то строение, вернусь с колоннами, что это за здание. Интересно. Проехал и не заметил. Удивительно. Что ж такое было? Здравствуйте. Скажите, а что здесь было в этом здании? Клуб. Клуб? Все, он знает, там офис. Ясно. А он советской постройки? Да. 68-69, ясно. Ага. О, целая банда. Загрызут. Приближаясь к мосту через Суру. Мост был построен, если не ошибаюсь, в 1914 году.
еще при Николае II. Вообще-то официально проезд запрещен, но все ездят. Какой-то серьезный завод, судя по тому, что у него возле него огромный карьер, делает какие-нибудь сухие смеси, известь, цемент, что-то такое. И, по-моему, завод новый совсем, не помню я его. Раньше проезжал здесь несколько раз. Ладно, едем дальше. Все классно. Погода, дорога, трафик. Все здорово. Пообедал. Погода замечательная. Ветра совершенно нет. Деревья не шевелятся. И в то же время не очень жарко. Ну, градусов 20, наверное, я думаю. Отдохнул минут 20. Поеду потихонечку дальше. Торопиться некуда. Я уже план свой перевыполнил. Я до обеда доехал туда, куда планировал доехать за весь день. В моем навигаторе написано, что завод называется «Азия-цемент». Родничок, наверное. Смотри, какое место живописное. Озеро. Ух ты. Смотри-ка, что. Вот какой источник. Офигенно. Вот это напор. Вот. Набрал родниковой водички. Последний взгляд на живописный уголок. Село Маис, названо в честь кукурузы, наверное. Церковь в селе Маис. Крестики, что на колокольне, что на храме, несоразмерно маленькие. Сейчас поближе подъеду, посмотрю. Впечатляет размерами. Колокольня здоровенная. И храм тоже. И красивый какой.
колокольни красавы. Альпинисты, что ли, висели, не знаю. Оштукатуренный. И светлые должно быть, окна очень большие. Все, передохнули. Можно ехать дальше. Цепь 16. Практически следом за Субботино населенный пункт Ночка. Речка Ночка и село Ночка. Будет что интересное, включусь. Пока все. Проехал я эту Ночку. Ничего там интересного нет, кроме комбинат, что ли, какой-то деревообрабатывающий. Огромные кучи опилок видел. И все. Эх, не успел. Не успел чуть-чуть. Грибы, ягоды круглосуточно. Это поселок Екатериновка. Я проехал 98,9 километров. Вот думаю, не подняться ли мне вот в эту горку и не найти ли ночлег в этом лесу. Может, достаточно на сегодня. Я столько никогда не ездил. Много. Так, свернул я направо. Трасса. Проехал 99 километров, почти 100. Ищу место для ночевки. Где остановлюсь, там наверняка уже стольник будет. Так что вот. Включусь, когда найду место. Нашел местечко на краю вот этой поляны. Вот там трасса, по которой я ехал. Село какое-то. Метров 500-600 отсюда. Вот здесь на опушке встал. Пока солнце заряжаю газеты. Вешалка моя. Вот мой лагерь. Палатка, велик, продукты и спичка. Работает печка. Пирулизная. Нормально шишки ест сосновая. Время половина третьего. Пришли гости. Не дают спать собаки. Кричу им, не уходят.
Охреневшая косуля называется. Где-то метрах в 20 от меня, наверное, в 30.